Всем привет из Канады. Сегодня мы с вами идем в Манго. В Манго по-русски. Но дело в том, что у нас в Канаде магазина как такового манго не существует. Вернее, он был, но он закрылся. И теперь они присутствуют вот как бы как корнер в большом... какой пиджачок хорошенький. В большом универмаге, который называется Hudson Bay. Это известный канадский универмаг, самый большой, самый старинный. И вот я сегодня сюда пришла, и тут даже написано, что до 40% скидка. Интересно. Симпатичная блузка. Давайте что-нибудь возьмем попримерять. До сих пор еще очень много зимних вещей. А, это распродажа, я поняла. И почем? Всего лишь $23 вот этот свитерок. Очень милый. Вы знаете, ой, вешалки все запутались. У нас сегодня так холодно, что примерять свитера мне совсем не... Я совсем не против, на самом деле. Но я вот хочу найти новую коллекцию их. Видимо, вот что-то такое. Понимаете, это не как магазин отдельный, поэтому здесь вот так вот все висит, все свешено в кучу. Ага, я думаю, что это тоже манго. Да, вот смотрите, очень тоже симпатичный пиджак. Почем он? $150. Очень симпатичные расцветки брюки. Манго у нас дорогой. У нас манго дороже, чем Зара. Я не знаю, почему, но вот так вот так сложилось. И поэтому я как-то в нем мало покупаю, потому что, насколько я понимаю, брюки 199. И вот такая есть блузка. Качество, в принципе, похожее на заровскую, но цены намного дороже. Зачем тогда покупать то же самое, только дороже? Больше того, на сейле, когда вот распродажи, то у них тоже, в общем, таких сейлов больших, как в Заре, у них не бывает. Так, это уже не манго, это уже другой бренд какой-то. Ну, в общем, другой бренд. Но мы не будем его рассматривать. Здесь очень много одежды. Это очень большой универмаг. Красивое платье, правда? Вот такая вот компания. Вот такое вот платье. В следующий раз мы давайте его, возможно, примерим. Здесь есть очень много компаний. Здесь есть и там Hilfiger, и все что угодно. Вот посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Симпатичное платьице, но коротенькое, молодежное. Конечно, мне оно ни того, ни этого. Здесь можно устраивать примерки вообще в каждый день совершенно разных компаний. Вот оно, видите, висит. Сколько оно стоит, интересно? $180. Ну, в общем, цены такие, как у нас везде. Такие недешевые цены. Давайте вернемся в Манго и найдем что-нибудь попримерять. Привет, дорогие друзья! Мы в примерочной. Нам несказанно повезло. У нас примерочная большая, просторная, много места, большое зеркало. Можно снять себя в полный рост, можно отойти подальше. В общем, совершенно невероятное везение. После предыдущего видео, где в примерочной я тыкалась между двумя зеркалами и не знала, с какой стороны себя лучше снять или вообще куда мне деваться, то тут я прям по-королевски, можно сказать. Так, вот такой вот у нас сегодня набор. Я принесла даже свитер. Ну, свитерок такой тоненький, можно сказать, летний. И он сейчас на сейле. Мне очень понравился еще и своей ценой, потому что он сейчас стоит всего лишь $23. И я хочу вам сказать, что ситуация довольно странная у нас, поскольку это как бы Манго не является уже самодостаточным магазином, а продается как корнер в универмаге, то цены и как бы сейл, распродажи у них тоже зависит от того, если есть распродажи на эти вещи вот в этом универмаге. Потому что, в принципе, во всех масс-маркетах-то распродаж уже нету. Они уже давно закончились, особенно зимние вещи. Там полно зимних свитеров на распродаже. В общем, поэтому вот как-то вот такая вот странная ситуация. Но я принесла вещи из новой коллекции. Я принесла вот этот вот один свитер с сейла, который, наверное, уже везде по всему миру распродан, только у нас не продается. Опять же, повторюсь, потому что вот такая вот у нас ситуация с манго. Все, давайте будем проверять. Посмотрим, что у нас получится. Мне очень нравится этот комплект, эти брюки с этим свитером. Посмотрите, какой красивый цвет, как подходит цвет брюк. Сиреневый на брюках к этому свитеру.
Брюки тоже на распродаже, стоят $41. Я не знаю, сколько они стоили до распродажи. Там так все заклеено, много-много этих бумажек заклеено, поэтому непонятно. Но я вам хочу сказать, они, это 40-й размер, они на мне довольно хорошо сели. Ну, неплохо, мне кажется. И хорошая длина, ничего не надо подкорачивать, ничего не надо как бы менять. И довольно хорошая ширина брюк. Вот они не очень клешные, а вполне такие себе хорошая ширина, не очень клеш большой. И вот видите, здесь они облегают, за счет этого вот такой вот длинный свитер с ними, в принципе, выглядит очень неплохо. Я думаю, что если что-то покороче, что-то заправить, сейчас я попробую его призаправить. У меня еще есть такой пиджачок, я, может быть, с ним сейчас примерю. А, мне очень нравится этот свитер, такой, знаете, он, это размер large, кстати. Брюки 40-й, по-моему, я сказала или нет. В меру широкий, не очень длинный, а такой вот как раз то, что надо. С этими брюками прям шикарно. Если бы они немножко, чуть-чуть, ну, в принципе, $40 они стоят. Может быть, тут еще есть какая-то, там были какие-то, что-то было написано, что там еще additional какой-то сейл есть, какой-то клиренс на них. Я спрошу, сколько они стоят. Потому что вот в таком вот варианте мне прямо очень нравится это. Смотрите, я так подзаправила его, я вам хочу сказать, что так тоже очень неплохо. То есть вот брючки выглядят прям так совсем-совсем неплохо, очень симпатично. Пиджак тоже размер large, два принта, один такой вот геометрический под 70-й и пиджак в клетку, пиджак такой под Шанель, коротенький. У него такие красивые пуговицы, девочки, я потом сниму, когда повешу на вешалку, покажу вам поближе. Стоит он $150, размер large, очень прикольный. Мне даже кажется, что вместе это неплохо, несмотря на то, что два совершенно таких несочетаемых расцветки, как бы в клетку, и вот это вот такое вот здесь веселье. Но мне кажется, что неплохо, потому что что-то есть общее. Вот здесь такой зеленый цвет, и, в общем, как-то, мне кажется, оно пересекается. Но, во всяком случае, такого сильного диссонанса я не вижу. Вот если честно, мне кажется, что, в принципе, не так уж и плохо. Давайте я вам сниму поближе его. Посмотрите, какой симпатичная такая расцветка. Немножко с люрексом даже он. И вот посмотрите, какие симпатичные пуговицы. Очень симпатичные, прикольные. Так, $150 он стоил, размер large. Ну, в общем, вот такой вот пиджачок, коротенький, а-ля Шанель. Вот здесь вот два кармашка. Ну, прямо точно, как будто вот под Шанель. Пуговиц в нем нету, то есть вот так вот он просто застегивается. И вот такой симпатичный. А свитер, поближе тоже покажу вам его. Очень красивая вязка, и он очень неплохо как-то вот он сделан, вот приятный на ощупь, такой резиночка хорошая, ну синтетика, конечно, не знаю, скатается, не скатается. Large стоит, размер large, $23, сколько он, видите, стоило, непонятно, заклеено много этих заклеек, но я подозреваю, что дороже. Очень модный сиреневый цвет. Я немножко ошиблась с размером, ну, собственно, был единственный ларч. Вот что я вам хочу сказать. Проблема в том, что поскольку это не сам магазин Манго, опять же, Корнер, то тут просто каждая вещь по одному размеру. Нет такого, как в магазине, вот вы заходите, там висит целая полка, значит, вешалка одинаковых вещей, а здесь нет. Здесь вот по одной вещи прям вот каждая. Ну, не так уж и страшно, это ларч. Конечно, она большая, это рубаха. Но она такая прикольная, знаете, как будто сделана из старой скатерти такой. Вот эти вот, вот эта вот вставка здесь. Мне очень она понравилась. Я, кстати, посмотрю ее состав. На ощупь она как будто бы хлопковая, но нету цены. Вот представляете, висит этикетка, нету цены. Я бы спросила. Чуть-чуть поменьше был бы размер, но в принципе. Ну, я знаю, что, может быть, не все такое любят, но мне очень нравится. Это просто очень необычно и такое, знаете, вот точно, вот помните, как старые скатерти, старые салфетки. И вот они прямо вот так вот ее вшили в саму полочку этой блузки. И это прикольно. И вот здесь вот такой вот. И на рукавах тоже такой вот...
вставка, но только на одном. Один рукав обычный, один рукав вот с таким вот кружевом. Большая, конечно, но знаете, она такая должна быть. И, конечно, был бы медиум, было бы лучше. Но классно, мне нравится. Нет цены, я спрошу, сколько она стоит, может быть, она тоже на распродаж. процентов не катон и 10% льна. Я не думаю, что она на распродаже сейчас, потому что она, видите, цены нету, потому что это как бы летняя вещь, ну вот хлопок лен, и я думаю, что он не, это как бы новая коллекция. Ну вот такая вот прикольная, интересная блуза. Ну что-то в этом есть. Видите, брючки 40 размера, может быть, мне надо было бы 42. Было бы получше, но тоже они были одни, $42 они сейчас стоят, посмотрим, сколько они стоят, спрошу на кассе. Хочу примерить вот это платье, девочки, необыкновенно красивой расцветки, вернее, цвет необыкновенно красивый, такой желто, даже немножко оранжевый, у нее очень странный какой-то у него, у этого платья, странный фасон, опять же, нет цены, но посмотрите, что делается, Лайс он написано. Я тоже думаю, что это новая коллекция, потому что он, в принципе, такой летний. Я пытаюсь понять, как оно устроено. Здесь как-то вот это вот надо затянуть. Ага. Ну, в общем, разберемся сейчас. Платье запах. Платье очень интересное, я бы даже сказала, прикольное. Значит, оно здесь завязывается внутри. И вот здесь вот завязывается вот на такой вот узел, такое колечко. Это действительно очень интересно, необычная застежка, необычное платье-запах. Я такого никогда не видела, и, в принципе, оно довольно красиво сидит. Сейчас я тут расправлю, поправлю. Оно хорошо так сделано, знаете, не очень узкое, не очень широкое, но это ларч. Что-то у меня тут все комячится, девчонки, не могу я что-то толком расправить. Здесь вот какие-то куски ткани. Ну так, ботинка к моим подходит, правда? Интересно, красиво, необычно. Вот такой вот рукав просто с разрезом. Запах, воротничок. Очень красивый цвет. Очень яркий, но очень красивый. Вот это вот, конечно, придумали, они прикольно. Смотрите, как стало. Сейчас на себе показываю, потому что когда сниму, уже на вешалке не будет понятно. Потому что я вам показывала, видите, на вешалке. Было совершенно непонятно, как это работает, как его завязывать. А вот это, конечно, очень-очень симпатично, очень интересное платье такое. Ну, классно, прикольно. Неплохо оно сочетнулось с этим пиджаком, с этим жакетом. Цвета, в общем-то, не подходят, как бы, но за счет того, что здесь есть коричневый, оно вот с этим вот желтым выглядит хорошо. Мне кажется, очень даже неплохо. Единственное, что, если вы надеваете жакет, то вся красота платья пропадает, потому что вся красота в нем, это вот эта вот петелька, петля, застежка, собственно говоря. А вот так вот это, конечно, уже не то, уже как-то это выглядит не так. Ну, вернее, обычно просто платье за счет цвета красивое, так ничего особенного. А вот без жакета, конечно, да. Но, в принципе, вот совпадает, очень хорошо сочетается. Хотя цвета такие яркие, да, но вот этот жакет, вообще, я хочу сказать, у него очень такая удачная расцветка, которая может сочетаться с очень много с чем. Прям нравится он мне тоже. Еще одно летнее платье, которое мне тоже очень понравилось, такого оливкового цвета. Вот этот фасон опять, помните, мы много примеряли платьев такого фасона. Видимо, это сейчас как-то модно, или не сейчас, уже несколько лет я вижу. Во многих магазинах сделаны вот платье, вот это развязывается, и как бы надо. В H&M, по-моему, примеряли похожее платье, синее. А тоже вот два таких хвоста, которые здесь завязываются, и получается вот такой вот красивый, как будто бы дизайн. Я хочу сказать, это large, на нем есть цена, но стоит $100. Ну вот я вам поэтому говорю, что манго у нас дороже, то что в Заре, например, такое платье будет стоить 80, а здесь 100. И вот так вот, ну вот примерно вот на такой вот процент они чуть-чуть подороже.
И на распродаже то же самое. То есть, если на распродаже в Заре в конце сезона можно купить пластик там за $20, то в Манго 40-50, меньше как бы не бывает. Но вернемся к нашим примеркам. Платье очень симпатичное, размер large. Сзади у него вшита резинка в талию, поэтому оно, в общем, довольно такое просторное, свободное. Очень мне оно нравится. И хороший цвет, такой хороший фасон, хороший, удобное оно. Вот знаете, даже вот здесь вот рукав такой. И не рукав, но в то же время... Yes! Но в то же время не то, что совсем открытое плечо. Как всегда, ко мне кто-то ловится. Вот, короче... Хорошее платье, симпатичное, очень мне оно нравится, я уже это говорила. Так, как всегда, кто-то ко мне начал ломиться и сбил меня с мысли, что я хотела сказать. Длина удобная, посмотрю сейчас состав, на ощупь что-то натуральненькое, ну такое, знаете, типа вот вискоза, лиоцел, что-то такое. Совершенно необыкновенно, замечательно подошел этот пиджак к этому платью, посмотрите, видите. Прям цвет вот этот вот зеленый здесь, вот этот вот защитный, оливковый, прямо очень подошел. И серьги мои, кстати, очень подошли. Почему? Потому что я сегодня вот в такой вот, в таком вот свитере, который очень тоже подходит ко всему, вот к этому платью. Вот, вот так вот это выглядит симпатично вместе, очень даже неплохо. Решил я его еще примерить с моим жакетом. Я в нем пришла сегодня, от кожезаменитель. И тоже неплохо, видите, красиво сочетаются оливковый и коричневый. Ой, что у меня тут? Сейчас поправлю. И ботинка к моим подходит. В общем, очень мне нравится это платье. Единственное, что оно здесь немножко мне чуть-чуть великовато. Может быть, медиум даже было бы лучше. Вот здесь-то нормально, но вот здесь вот оно мне как-то вот... Слишком много лишней ткани собирается вот тут на груди. А так, в принципе, ну и здесь, в принципе, можно было бы и меньше. Ну, здесь-то нормально, а вот тут как бы не доросло у меня до такого размера. Ну, красиво, с этим пиджаком тоже красиво. В составе у него модал, полиэстер, еще что-то, тенсил. В общем, ну, не очень-то натуральное. Вот $100 оно стоит. И я хочу сказать насчет вот этого платья, что я думаю, что он стоит $120, потому что оно как-то немножко подороже и выглядит как-то получше, чем вот это. Это тоже выглядит хорошо, но попроще, да, так скажем. Поэтому я думаю, что это подороже стоит. И вот видите, вот этот вот фасон с этими вот завязками, очень сейчас он везде и всюду. Да в прошлом году тоже, по-моему. Все, дорогие мои девушки, такие у нас сегодня были примерки. Я надеюсь, что вам понравилось, что вам было интересно. Вот такой странный у нас магазин Манго. Не как отдельный магазин, а вот такая вот, как будто бы просто придаток. Ну, в общем, корнер в универмаге, поэтому здесь как бы с ценами все как-то по-другому, и с распродажами все по-другому, и ассортимент не совсем тот, что в обычном магазине Манго. Все, люблю, целую. Увидимся в следующем видео. Всем привет из Канады. Пока-пока, бай.